Более 1100 домушников задержали по стране с начала года под прицелом воришек и любителей велосипедных прогулок. В прошлом году у граждан украли более 2500 велосипедов, сообщили в МВД. Стражи порядка рекомендуют гражданам не оставлять двухколесный транспорт в подъездах. Не стоит забывать и о безопасности своего дома. Квартирные воры постоянно совершенствуют навыки. В МВД рекомендуют приобретать для входной двери врезные замки с 3-4 оборотами ключа. А жителям частных домов советуют так называемые роль-ставни. Предполагается, что они защитят окна от вскрытия снаружи. Настоятельно рекомендуем не выкладывать в социальных сетях денежные накопления, ювелирные изделия и места их хранения. Также не стоит сообщать всему миру, что в данный момент вы находитесь в отпуске с долговременным выездом. Не храните крупные суммы денег и драгоценностей в шкафах или под матрасами. Используйте для этих целей хорошо закрепленные надежные сейфы или же воспользуйтесь услугами банков.